Дядь, ну я как бы на морфе хуёво играю, поэтому... И, по сути, морс тут даже нормально заходит. Так, если посмотреть. Осталось 10 секунд. Даже на четверку. Осталось 5 секунд. То есть мне сейчас пикнуть клокверка тебя? Ну, как говорится, ты сам напросился на этого морфа. Ты Какая? можешь на керри сыграть сам? Хочешь, сыграй на керри. Я сыграю на клокверке четверки. Это получается не его друзья, 200 ранги 500. Что, они не могут на морфе сыграть? Во. Нахуй, блядь, этого клока Ваша пикнул вообще? очередь выбирать героя. Ты на тройке клоке, он на четвертой линии. Угу. Я ничего не понял, что сейчас происходит. Так, а вы мне пудите, я не прям... Марфа пули? Нет? Да? Не, у нас в мид идет. Зачем ты должен вообще морфа пулить? У нас в мид тени идет. Не, в смысле, там вардами имею в виду. Тени это понятно. Все, короче, у нас Лина клок, мы поехали. Не, ну я на клокверке на самом деле покатаю. Клокверка прикольная, типа, чё. Линия хорошая, на самом деле. Мне как бы нравится, но мне просто единственное, что не нравится, что я на клокверке миллион лет не играл, но я не думаю, что он будет сложным. О, ебать, еще и лучший игрок планеты ходит сразу. Клока показывает. Ща покажу, пацаны. Свой ключ на 9. По двойной дикий сзади. Ты мне говоришь? Дядь. Ты Лина, блядь, с рейнджом в миллион. Тебе надо не встать под двойные дикие. А мне это чё? Бля, нихуя себе как больно. Можно не умереть? Висхал. Так, линия пушится, я это не буду брать сейчас. Он хочет пойти вышки нафидить. На Т2 ТПшься. Хорош. Дай саву. Дать саву? Или хватит инфибуса? Бля, здесь обидно. Чё там вопрос? Я раз за ключом по курьеру въебал. Нормально. Ну, чел, курьерчика не отбывает так. Играешь ты такой на гирокоптере и несешь себе курьера. А у тебя жаль, да, фаск пиза летит от души, родной? У меня коги еще будут. Давай, давай. Они не будут забегать в скрипу. Не надо. Можем ебашь-то с ними, смотри. На самом деле, для линии Undying Clockwork мы не так плохо и стоим. Поймал лоха. Пошло.
Я подбегаю, может успею помочь. Он с ботинком, если что. Да, он теперь смертный. Чел себе просто фул хп, блин, делает. Что за имба ебаная, блядь, на андайнге, это пиздец какой-то. Дикей хуячит. Ну, он дикей делает, сулрип нажимает, просто фул хп. Че ты, блядь, сад? Нахуй, похуй. Уже не фул, видать, да? Не, ну он просто ракал. Ну, типа, блядь, он сам тебя научился тупо. Ну, это как-то неадекватная какая-то хуйня. Ну, не зря этого героя, блядь, так спамят. Я еще удивлен то, что мы так стоим линию. Шагира Андайнг, это вообще, походу, бомба лайн. Рун. Хорош, голову, Леша. Я даже не знаю вообще, фейзы, блять, а надо мне эти фейзы в этой игре? Так вот, а и фейзы этим дают? Так, выложить. Принесешь шмоточки мои, пожалуйста? Я выложил. Спасибо. Можем потрахать его. Не можем. Вот это можно. Нахуй нет. Теперь я пофармлю немножко и это. Шестой ап мы будем дальше трахать. Надо БМ зарашить против Гирыча. Идеально зайдет. Прям даже не брасера, ничего брать не буду, просто сразу в БМ зайду. Я тут. Что манного клокерка маловато. Че у вас там вообще на лайне? Ёбка или? Я тут заметил одну тенденцию в этом. В артефакте. Что у меня два стика. Рубик пятый. Вашу центральную башню атакуют. Он дайнг тут. А, Гир решил один остаться. Можешь ли на по карте походить, если хочешь? Где? Если вижу, задержит тебя в заложниках, просто мотгни. Еще, блядь, непонятно, кто кого в заложниках держит, если что. На тебя в мид идут. Я тэпаюсь к тебе.
Великолепно. Но у меня маны не было, чтобы все нормально нажать, сори. Или натикало под конец. Стики. Да, я сейчас прекрасно вырежу. Давайте побатлю, брат. Спасибо. Так, ну все, я погнал обратно. У меня уже почти боем. А там начнется ёбка. Так, у меня ТПС, а чё КД? Да, видимо. Что за шо, блядь? Привет, Арсен. Вот думал тут на днях. Размышлял. Были мысли днем и ночью. Все никак не мог понять. Вопрос постоянно в голове. Зачем в доту играешь? Ну бля, работа у меня такая, в доту играть. Рубик, вот зачем ты в доту играешь? Я удовольствие получаю. Наверное. Я пока не уверен в этом. Удовольствие лето. Да. Не, ну я тоже удовольствие получаю, в принципе, мне нравится дотка, ну плюс работа как бы, даже если бы не получал удовольствие, играл бы, куда деваться. Но, слава богу, удовольствие получаю. Вы комментирую, ролики по доте пишу, все подряд, все дота. Ты сам монтируешь? А? Монтируешь сам? Не сам. Я смотрю, у тебя приюхи такие, типа. Не, то что на YouTube это просто вводы типа. Не совсем ролики. Я про неравные битвы имею в виду всякие. А. Ладно тебе, тебе что, жалко крипов дать мне пофармить, тварь ебаная, блять, на геликоптере. Как я его грубо. Так его. Ну. Он шестой. А, Гир улетел вниз. Да, страшно. Я заметил меня. Я лечу тоже вниз. Я улетел с бота еще, дружище. Так что морф улетел почему-то. Но. Я иду, ну типа такое. Бамми, бро. Полная залупа. Может, залетел. ТП-шку нажму через 20. Гусчал в нем. Бля. Ебать прилетел нахуй, просто сдох. Здравствуйте, инвокер. Ну там 1 в 4 разберусь, мужики, если в трусы. У меня ТП когда? Ну вам когда пофармить тебя. Если хочешь, можешь книжку взять. Не, у меня 9 зачем? Ты себе лучше возьми, я на другом понадобится. Все, что. Так, что у нас морф решил лес пока? Да? А у него, кстати, нормально все, неплохо. Нормально, кстати. Надо дасты, наверное, против Уокера взять. Не, просто если ты брать не будешь, я возьму. Не надо тебе? Да не, просто я пока накоплю на нее. А, ну все, находишь, возьмешь. Чем куда торопиться? Мало ли, может, просто вообще не проще. Может, у тебя страта, типа, бегать лоу-левел там. А, да, 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 я знаю такое. Это когда ты фидишь постоянно, пока до интернет левела, а тут когда не стартап. Так, я даст все-таки, наверное, перехожу.
Так, ну сейчас баф переждать бы на самом деле. Так, баф только на кунке, брат. Бэм-бэм-бэм-бэм. Хорошо. Через 5 прыгнул, через 4. Всех убьем. Надо бы тамбу тычку. Рэмпейдж, рэмпейдж, братан. Где рэмпейдж? Пропердился, пацаны, шо пизда. Напердел на рэмпейдж, как говорится. Я даже не заметил, что рэмпейдж. Бегаю себе там что-то. Подпукиваю. Заколотил ключом просто. Are you ready to rumble? Поставь. 4 рунда. Похоже. Ну, пацанов тиль, чё. Там сейчас надо посраться вначале, типа, почему они файт проебали, почему рэмпач плотку отдали. Вся хуйня. Ну уж потом будем тосы контролить. Стандартная же история. Будем грач вонючий. Так, что там, Рубик? Что, блядь, мне так нравится, конечно. Бегаешь 9-2, у тебя почти гоним. Хорошая игра. Тем более у меня сейчас БМ вообще идеально заходит в этой игре. Парень сейчас думал, тут задрот на клоке, постоянно, наверное, он играет. Оттачит мастерство, на самом деле тебе посоветовали взять вот. Я вообще не брал, наверное. Помог. А, перекачался на Рубике, думаю, что он уже был так. Жирный пес на Рубике. Наверное, можем что-то колокер пусть этот. Мы можем на самом деле, у меня в поскольку. Вообще можем. Да, 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 да. Он в касалом не слышит. А, у него корабль есть еще до сих пор. Тогда не можем, сори. Я думаю, нет корабля. Блять, лагуна линии. Ебаный в рот, ай, лагуна линии. Блять, ну 600 голды просто так отдали. Да я тоже как-то думал, что там ты, бля, корабля? После рэмбы же осмелел, пиздец. Хм. Они просто все такие побитые, я думаю, мы что-то можем. Я улечу на топ. Я поддержу, если что, денег. Да. Я бы пофармил эту пачку. Тут все защищено, что ТП можно выиграть. Лол, я еще не понял, кто пофармит. Морф. Тебе, блядь, нехуй делать. Пролетать туда, куда все летят. Вашу центральную башню. На месте сейчас долго буду. Да, ты бы. Координировать движение в следующий раз, да? У меня 3 секунды на Рубика могу. Да. А, у тебя гонимчик, интересный молодой человек.
Ну что, он жирный. Вот тут Мафлингус рядом уже. Сейчас через 5 прыгну. Это проказ будет пол. Смотри, давай еще раз влетай, братик, из чиначки. Полит, у меня вообще потом мало. Давай еще раз смело, брат. Че, лох что ли? Ну, 3 секунды. Там уже забьем или нет? Так, а что там? Да шо ж. 15 сил или плюс 30 в батаре осталось. Ладно, опять. Да, у меня маны нету, я не помогу, я ушел. Пойду руны заберу. Давай, давай, нормально. Если кто-то может снизу заберите? Я бегу бот. Собрать с такой игрой, подниму 25, а что на 25-м я хочу? А может я сопротивление магии возьму? Нет, там... Да, мне кажется, игра даже закончится уже сейчас. Бери. 95 урона плюс 3. Ладно, снеси, короче, не требуется. Срочно, как обычно? Оставь бот, моё! Поботлю тебя даже. У нас ещё ни у кого весела нет, может ещё весел купить? Да, весел... Ну, в принципе, такое. Ну да. Да ты уже жёсткий, ты можешь блядь, урон там что-нибудь такое. Так, ну я снизу. Я думаю, мы сейчас купим. Полетел. Опа. Внимание на регена не хватает, я бы на самом деле переделку бы почаще подругал фармил. Так не могу. Поэтому думал, может что-то нам на регене. Если я вокера хукну, можно помочь мне как-то. Это рофл, блядь? Ебать, он становился, конечно, блядь. У меня даст есть. Интересно. Что с ним было? Почему он встал? Это же дебил на инвокере. Да нет, еще. Да нет, завязан. Он просто, блядь, встал. Сука. Я еще и вместо даста в стике вообще нажал. Rubik toss, careful. Толпой. Можно стики? Парни, парни, файтитесь, типа вы дауны. Я отсюда накидаю. Блядь, них. Даже не смог нажать! Просто БМ! Что с этими крутснетами? Балансная.
пиздец. Так, ладно. Короче, я буду доджить этого рыбного комбо. Санстрайк! Санстрайк! Что-то спермостан поймал от инвокера. Я тэпну сниз на вокера. Парни, бомба толстая, давайте заберем. Так, не его. Ботал. Так. Просто не заберешь. Что там морфон? Манта скади, нормально. Ой. Ладно. Нашел. Как говорится, всех. В пятером в своем лесу это адекватно стоит? Я не лох, но это пеш. В пятером, блин, в своем лесу. Да, не кинули. Они настолько непредсказуемые, что это прям, вот, знаешь, прям апогей непредсказуемости. Вроде типа сплитят, а на самом деле их там 5. Ну да. Они думают, что тут все заважено, наверное, поэтому не ворда. Что так сплитят? Горша набьем. Горшан, то есть, реально. Так, Rocket Flare раскрывает невидимость. Ебать! Манетом. С дабл дэмэджем там ебасотин, короче, несла нормально. А влетишь, если выйдешь? Ну, бургеры. Вашу нижнюю башню атакуют. О. Ранова на крест? Нет, он бы тебя на крест мог насадить. Are you ready to run?
Там БКБ сейчас. О, нормально. Полетел. Сбегал. Что-то не так быстро убивает. Я байбека возвращаюсь. Сейчас мамы полетят, помогите чуть-чуть. Летят матери! Ой. Ой, да блин. Какой же замес идет? Сколько стуков просто, миллионы. Я чё, махуй, говорю, чё происходит? Какое-то ебаное поповище. Миллиард байбеков, там вся хуйня. Центральные казармы противника разрушены. В принципе, можем сейчас подраться. У него БКБ, кстати, возможно, отступило. Секунду пока. Как давить брак на самом деле? Только не меня. Это не умер. Лул, кек, покчамп. Ну это я понимаю, папчик. Чисто бесконечные зарубы. Все по классике. О, на шрайне есть гол. Бухнем. Погнали бухать. Я пойдем в бот, год драться, что у нас стоит. 50% сопротивления магии возьму, они еще очень охраняют. Еще меня убить нереально будет. Конечно, 0.3 интервал на переделку тоже жестко. Ну выглядит прикольно. Это наших убивает. Что ой-ой! Вай-вай-вай! Парни, не ломайте трон, пожалуйста, у меня квест. Уже рано сломала, там линия сломала. Так, это, блядь, я надеюсь, не за плюс 5. Ну вообще, похоже, не то. 4870. Ну это нечестно, 3 плюс 5. Парни, не бейте трон, у меня квест, тебе говорят, не бей, фу. Пап начинался вообще идеально. Мисклик морфа. Слабо переслабо. Ну я типа на морфе вообще, типа я бы сгорел бы на всё, всё. Лайне. Тем более сам морфе. Блин, 2000 по таверу дать буквально. Не, типа, не это, не любитель играть морфом из-за этого. Он, ну, на стадии лейнинга очень слабый, типа его слишком жестко щемит. Я хуйня, как когда вы нормально отстояли. Типа Рубик Кунку, да, вот против вас стояли? Да. Почему вас не трахнули, я ещё не знаю.
Ну, Джеки Росс, конечно, хороший герой, но, блядь, морф. Мы средняя отстояли. Ну, блядь, у него на, по-моему, там, 10-й минуте что-то у него, короче, у него нормально было, он просто пошел, лес начал качать, то есть все, он левелом был. Топ 500. Он топ 500? Да. Ну, тогда да, все понятно. Гоу теперь мы очень джемпейдж делать под фонтаном, гайз, слышите? Ладно, да, да. Только next мне, окей? Все, давай. Пойдем. Поехали. Исполняем. Через 5 секунд. Ты стану, можно выйти в этой игре? Не получился рампа, чем что-то зарашнул. Ой, пиздец. Так. Не, нормально дали. 21. Ну, во всяком случае, это не плюс 5. Ну да.